времен собирали мы старательно всякие видеокассетами с культуристами и так называемыми бодибилдерами, Шварценеггером, Сталлоне, Халк Хоганом и иными. И даже существует топ-десятка самых лучших, а также самых известных бодибилдеров мира. А известно ли вам, ребята, что в рок-музыке тоже существует топ-десятка самых известных и лучших бодибилдеров? Вы возразите мне и скажете, что это не так. А нет. Авторитетнейшее издание журнала «Мурзилка» опубликовало топ-10 рок-музыкантов, которые известны не только своей металлической музыкой, а также железными мускулами. Первое место в данном списке занимает Джон Микки Чор, вокалист старой Hard and Heavy команды Чор, который имеет более 40 титулов во всяких там качковых турнирах. Второе место принадлежит Кейн Робертсу, гитарному Рэмбо экстремальной сцены, как внешне очень схожему Сильвестра Сталлоне. А что на сцене вытворяет? Ну и в то же время не расстается и с тренажерным залом. Вот о нем-то сегодня и пойдет речь. А что с остальными, спросите вы? Ладно, раз я уж начал, то пойду до конца списка. На третьем месте группа Manowar. Является образцом как хэви-метал музыки, так и хэви-мускулатурой. На четвертом месте у нас Хенри Роллинс, музыкант, лейблозаводчик, споттер-ворд-шоумен, а также писатель и телерадиоведущий. На пятом месте, как вы думаете, кто? Питер Стил, собственной персоной, одаренной природой, неординарной внешностью и могучим торсом. Питера, как мы знаем, из команды Карнивор. Парень певец, жнец, молодец. И торс прокачивал, Исаак Майдик пел, а в одно время даже и моделью был. Об этом я рассказывал в передаче о команде Карнивор. Следующий у нас Габриэл Вольф на шестом месте. Исполнял песни в стиле Gothic Dark Wave. На седьмом месте у нас Тилл Линдеман из Рамштайна. Этот парень не только жнец, но и пловец. В прямом и переносном смысле слова, поскольку плавает он в тяжелой музыке тоже очень неплохо. На восьмом месте у нас Глен Дензик, отец хоррор-панка и гуру боевых искусств. На девятом месте старина Зак Уайлд. Всегда работал над собой, не позволяя лениться ни творческой душе, ни спортивному телу. И, наконец, замыкает десятку Роберт Труджилло, который пришел в команду Металлика. И там все как будто внезапно уменьшились. Ну а поскольку основная наша тема не обсуждать железные мускулы, а обсуждать музыкальные достижения, то, пожалуй, с этого и начнем. А сегодняшняя программа... We'll be right back.
Rebel Heart, мятежное сердце, в исполнении Кейн Робертса. Данная композиция взята с альбома 1991 года. Кейн Робертс родился 16 января 1962 года в Бостоне. Начал играть на гитаре, когда ему было всего 16 лет. Джимми Пейдж и Джимми Хендрикс были его духовными учителями. Кейн Робертс прежде всего прославился как гитарист Элиса Купера. Но о всем по порядку. Кейн в юности играл в команде Cool Band. Он был членом этой команды, когда еще учился в средней школе. Потом эта команда называлась Raven. К сожалению, эта группа распалась, когда ведущий вокалист умер от передозировки алкоголя. После кончины Raven Кейн искал себя в различных музыкальных жанрах, пытаясь найти какую-то свою изюминку, и считал необходимым создать оригинальную музыку. После окончания средней школы Кейн подал заявку в консерваторию Новой Англии. Он был одним из двух гитаристов, которых приняли в этом году. В течение последующих 2,5 лет в
консерватории, он учился классической и джазовой гитаре, а затем решил попробовать в Нью-Йорке. И вот в Нью-Йорке он образовал команду под названием «Уголовное правосудие» и начал заниматься студийной работой. Название команды взято после незаконной игры «Блэк Джек». В дальнейшем Кейн подключился к Элис Куперу в 1986 году, когда Элис Купер искал нового гитариста, который не принимает наркотики и алкоголь. Кстати, в середине 80-х годов Элис Купер вступил на путь трезвости, сделал выбор в пользу гитариста Кейна Робертса, известный своей мускулистостью. Роберт помог Куперу вернуться с альбомами «Constrictor» и «Raise Your Fist and Yell». На этих альбомах Кейн, помимо своей жесткой гитарной работы, отметился авторством. Элис Купер хотел сильного звукового импульса, чего-то, что дало бы новую музыку, новое шоу, большой резонанс с сохранением духа Элиса Купера. Кейн Робертс взял на себя солидную часть в соавторстве над сочинением песен, записал бэк-вокалы, клавишные, ну и, конечно, партии гитары. Кейн принял участие в турах Купера в те годы. В 1987 году Кейн находит материал и для своей первой стольной пластинки, которой ему помог также своим участием Элис Купер. На обложке пластинки гитарист запечатлен в образе Рэмбо. Благодаря своему мощному телосложению и гитаре в виде пулемета это выглядит вполне впечатляюще. Диск, хотя и не получил большого резонанса, но был отмечен очень хорошими рецензиями в музыкальной прессе. Давайте-ка мы с него заслушаем песню «Woman in the Age of Law». Женщины...
читал для вас песни «Не кочегары мы, не плотники, да, а металлисты хоть куда, ага». А Элиса Купера слушаем по вторникам. А Кейн Робертса всегда, да-да. «Когда мы начали работать с Элисом Купером, — говорит Кейн Робертс в интервью журналу «Керанг», — мы почувствовали, что это будет возрождение Элиса Купера. Это будет хитом. И мы оседлали эту энергию». Ну, как я вам говорил, Элис Купер помог в записи первой демо Кейн Робертса и предложил Бобу Эрзину, который направил, в свою очередь, эту демо в компанию AMI, как вы помните, известную металлическую студию звукозаписи. Тем более Элис Купер выставил Кейн Робертса как выдающегося гитариста. И далее пояснил, что Кейн создает прекрасный визуальный эффект. И здесь основную роль, конечно, можно отнести к бодибилдингу, которым занимался Кейн. Далее Элис Купер с Кейн Робертсом начали плодотворную работу. Начали записывать несколько месяцев общие проекты. А потом вернулись в Лос-Анджелес. Кейн, когда выпускал свой первый альбом 1987 года, все так же был зациклен на уголовном правосудии. Но менеджер Шеп Гордон сказал: «Кейн, фильтруй свой базар. Какое правосудие? Кейн Робертс есть Кейн Робертс». И он был все-таки прав. Шеп Гордон придумал ему даже погоняло Рэмбо Рока. И обложка альбома показывает Кейна во всей красе. Да еще сотворили на заказ ему гитару в форме автоматического М60 пулемета. На концертах языки пламени изрыгались из гитары, а стрельба Кейна была вообще безукоризненной. Когда Кейн пришел в студию звукозаписи, про него говорили: «О, пришел парень в офис компании по управлению с целым букетом из пушек». И Кейну так понравилось, хочу вам сказать, что он самых лучших художников попросил сотворить ему гитары на все известные марки крупнокалиберных пулеметов. Кейн был большим фанатом Уэс Крейвен, в 1978 году который снял фильм «The Hills Have Eyes». Его это так впечатлило, что он пошел на прослушивание Шокера и был приятно удивлен, что ему предложили внести даже свою лепту в этот фильм. Также он пробовался на «Терминатора», помните такой, 1991 года. Вышел «Терминатор 2. Судный день» и как раз-таки принял участие на пробах этого фильма на роли мальчиша-плохиша, который в фильме, помните, принимал форму лужицы. Роль, конечно, ему не досталась, однако с Элисом Купером он дружит до сих пор. И оба они друг другу благодарны. Так, например, Элис Купер благодарен Кейну за то, что он был ответственным за металлическую сцену. А также, когда писал в соавторстве, почти каждый трек стал хитом. И Кейн, в свою очередь, тоже был благодарен Элису, потому что благодаря такому промоушену продюсером его дебютника был Майкл Вагенер. И что любопытно, не Кейн искал продюсеров, а Майкл первым привлек внимание Кейна, причем и за проделанную им работу с Доккен. А мы слушаем песню «Too much for anyone to touch». «Слишком много, чтобы трогать». We'll be right back.
После того, как Кейн Робертс выпустил свой первый сольный альбом, он также погостил на альбоме «Трэш» Элиса Купера в 1989 году, где играл на гитаре на гвоздях. А затем-то он выпустил свой второй альбом «Святые и грешники». При записи второго альбома в помощники ему пришли Джин Аллен, Берлинсей, Джон Бон Джови, Стив Барден, Вип Кэмпбелл, Майк Дэвис, Стив Деборт, Лита Форд, Артур Фонеро, Guns N' Roses, Кен Мэри, Джон Маккари Грех, Мотли Крю, Джим Петерик, Дженна Понти, Ричи Самбора, также из Бон Джови, Чанг Шапира, Майк Сламмер, Пол Стэнли, Стив Стил, Род Стюарт, Пол Тейлор, Дайана Уоррер, Кип Уиндер. Фу. Да уж, ребят, всем бы таким помощников. Кейн любил сам писать музыку и говорил: «Новая музыка – это самая вдохновляющая вещь для меня». При записи альбома Кейн Робертс попал в топ-20, и благодаря синглу «Does anybody really fall in love anymore?». А тем временем Элис Купер решает сделать марш-бросок на поле музыкальной индустрии, пригласив соавторы песен мастера хитов Десмонда Чайлда, а Робертс принимает участие в записи гитары для песни «Bed of Nails», но на этом сотрудничество с Купером для него завершается. Робертс возвращается со своим вторым сольным альбомом «Saints and Sinners», беря соавторы того же Чайлда и Бон Джови с Ричи Самборой. Последние предоставляют ему уже 2 годами ранее спетую певицей Шер песню с длинным, труднопроизносимым названием. Первый раз я его уже сказал, а второй раз я уже навряд ли повторю его. А перевести ту песню можно как «Неужели кто-то еще больше меня влюблен?». Добавлю, что песня эта мгновенно становится хитом и доходит до 38-го места в Билборде. А текст песни такой: «Я иду по улице, а люди идут мимо меня. Они смотрят на вас вверх и вниз, но они не смотрят вам в глаза. Я просто еще один незнакомец в моем родном городе. Глядя на ангела, небо не может быть найдено». Я сказал: «Эй, ты одинока сегодня? Эй, я собираюсь это сделать, но не сделаю это правильно. А кто-то ведь на белом свете влюбится больше, чем я. Кто-нибудь действительно даст своему сердечку то или кого-то. А может, откроет действительно дверь. Я знаю, ты должна любить кого-то. Я знаю, ты должна найти кого-то». Там очень печальное лицо в зеркале, и мне грустно сказать, что это мое лицо. «Как призрак на чердаке, только любовь может освободить тебя». Да, таким лирическим сравнением любое сердце можно покорить. А я ей говорю: «Эй, любовь не является преступлением, так почему же все так боятся пресечь ту черту? Кто-то действительно любит больше меня, кто-то действительно дает своему сердцу то, что заслуживает. Я знаю, ты должна любить кого-то. Я знаю, ты должна найти кого-то». Давайте к этому песню. I walk down the street, people passing me by. They look me up and down, but they don't look me in the eye. I'm just another stranger in my own hometown, looking for an angel, but heaven can't be found.
I'm sad to say it's me. Like a ghost up in the attic, only love can set him free. I've been running round in circles on this roller coaster ride. There's a lonely world around us, we get sucked in by the tide. I say, hey, love ain't no crime, so why is everybody so afraid to cross that line? Does anybody really fall in love anymore? Does anybody really give their heart to somebody? Does anybody really ever open that door? I know, you've got to love somebody. I know, I've got to find somebody to love. Также Кейн помогает в записи «Status Quo», «Берлин», «Стив Вайо» на альбоме «Sex and Religion», «Роду Стюарду» и принимает участие в сочинении в соавторстве с Полом Стэнли и Бобом Эзрином песни «Take It All» для альбома «Revenge» группы «Тиз». Помните такую? Я подробно рассказывал о том, как снимался этот клип и на какой фильм в передаче об этой славной команде. Также на этом альбоме присутствует у Кейна сингл «Twisted», посвященный видеоигре. Забавно, но кусочек песни «Fighter» из этого альбома футбольная команда Dallas Cowboys в 90-е годы пели в раздевалке перед игрой. А вот потом Кейн решил попробовать себя в чем-то совершенно иным – видеоигры и графическое искусство. В 96-м году он выпустил свои видеоигры «Lordy Tundras», которая озвучена Кейном и голосом Элиса Купера. В 99 году Кейн выпустил свой первый интерактивный комикс SD-ROM Bamboozle. Он продолжает разрабатывать игры, компьютерную графику, художественные работы и веб-сайты. Графическая работа Кейна очень разнообразна, от горящих красивых женщин и сумасшедших существ для владык Тандрас, детской комической цифры и книги Bamboozle. В том же году Кейн связался с компанией Now and Then Records и попытался сделать еще один сольный альбом. Кейн не решался на первый шаг и сказал: «Брюс, скажи мне, родной ты мой, получится у нас рекордный результат?» А тот ему и говорит: «Назови-ка ты команду Phoenix Down и альбом Under Wild Sky, который ты хотел сольно сделать,
создай под названием этой группы. Phonics Down, хочу вам сказать, это одна из версий игры PlayStation Final Fantasy часть 7. Одна из любимых игр Кейн Робертса. Критики музыкальные причем говорили, что при записи этой, так сказать, команды Кейн Робертс был под большим вдохновением этой игры. Одновременно Кейн работает над сайт-проектом в течение примерно 3 лет. Команда под названием Flash FX, Кейн описывает ее как более ориентированный на грув. Почему он опять сменил название, мы не знаем. А вот знаем, что в сентябре 2000 года Кейн купил цифровое студийное оборудование и начал всерьез записи в первом Flash FX SD. Также Кейн признает, что он большой любитель хоккея, компьютерного. Он предпочитает компьютеры Macintosh и говорит: «ОС Linux ногами в задницу сделан». И вот, сделав снова небольшой перерыв, в 2006 году выходит третий альбом «Touched», записанный под его собственным именем. Сейчас музыкант работает в музыкальной индустрии, занимаясь разработками в сфере графического дизайна и программирования видеоигр. Вот такой вот у нас heavy metal хакер. В октябре 2011 года Робертс выступал на Firefest 8, отмечая 20-летие своей творческой деятельности. В 2012 году Робертс выпустил альбом «Невоспетое радио» – коллекция ранее неизданных треков. В 2016 году Кейн показал на третьей для Северной Ирландии на основе хард-рок снаряжение Maverick, в том числе и свои гитары, а точнее сказать, набор пулеметов и прочего огнестрельного арсенала, который еще и играет. Также снял видео с участием Кейна и работает над проектом Asylum. А мы слушаем песенку Twisted, с которой, в общем-то, и начался процесс. Yeah.
Кейна Робертса было опубликовано интервью. Все его считали мертвым. Однако он оказался, как и Лич, живее всех живых. Подумаешь, просто ненадолго исчез с поверхности планеты. Из этого интервью, ребята, мы узнали любопытные факты. Оказывается, помимо фильмов «Шокер», он снимался еще в фильмах «Принц тьмы», «Слипер», а также принимал записи музыки к фильмам. Ну вот, например, «Упадок западной цивилизации», «Пятница 13-я», помните такой? Комедия, кажется. «Джейсон жив», «Князь тьмы». А вот что сказал сам Кейн. «Я выпускаю новый диск, Тотчет. Выпускаю его, потому что хочу выпустить». О, философское изречение. «У меня было время, чтобы сочинить песни и записать их, что я и сделал, и моя музыка достаточно востребована для того, чтобы выпустить ее. В 80-х у меня был имидж Рэмбо-рока. Пока мои ровесники дурачились и разучивали гаммы, я качался в спортзале и мастерил гитары-пулеметы. И пробовал даже играть скоростную музыку. Играл так быстро, однако у меня пошла из носа кровь. И я понял. Ня, не мое». Также Кейн поведал нам, что когда разработал игру Lords of Tundras, в которой был использован мой голос, а также голос Элиса Купера, приобрести эту игру не представляется возможным. Игра эта больше не выпускается. Ее выпускала компания Atlean Games, отделение известной порнокомпании Vivid Video. Так что стоит поискать в интернете. Помню, как пришел к ним офис, и там была Джанин, Чиси и Пейн, и несколько других порнозвезд. Когда я разговаривал с ними, я всегда думал, сколько раз я раньше под их видео. Так что все остальное меня совершенно не волновало. И еще один любопытный факт, а именно про съемки фильма «Терминатор 2» Кэмерона. Большой вопрос был у поклонников, почему Кэмерон предпочел пригласить долговязого худосочного Роберта Патрика в главной роли. Кейн рассказывает: «Я пришел пару раз, облачился в эту ментовскую форму, а потом подошел к двери и сказал: „Я ищу Джона Коннора“». Это было последнее прослушивание на роли в том фильме. Жаль и странно, хотя. Я снимался во всех фильмах «Шокер», «Принц тьмы», «Слипер», и вдруг я стал никому не нужен. И наконец Кейн еще рассказал забавный случай. Во время одного европейского турне, за несколько часов до начала шоу на стадионе Уэмбли, мой гитарный техник так и не смог найти взрывных зарядов. Та сцена была 40 футов шириной, так что нам было где развернуться. Под конец своего соло я дернул спусковой крючок на моей гитаре-автомате, бог ты мой, и пламя выстрелило на 20 футов в воздух. На другом конце сцены я заметил Элиса, того, Купера который, и, будучи прозорливым человеком, я указал на него. Я услышал громкий лязгающий звук, и этот заряд, похожий на шаровую молнию, вылетел вместе с пламенем и попал в него. Зрителям понравилось, да и мне тоже. Ай, Элис Купер, кстати, тоже прикалывался. А закончить нам программку про Кейн Робертса надо обязательно каким-нибудь суперхитом. И такой у него есть. «Dance, Little Sister, Dance». «Танцуй, сестричка, танцуй. Посмотри на себя, ты выглядишь как кошка мяу. Смотри, насколько ты застенчиво, пробираясь через толпу, ищешь любовника. Но ты не можешь позволить сказать. Ты думаешь, что не получится, но прости, ты же знаешь, это опасно любить. Но сегодня надо рискнуть. Если бы я только мог заставить тебя. Ай, танцуй, сестричка, танцуй. Потому что ты в двух шагах от любви. Танцуй, сестричка, танцуй. Я чувствую тебя ближе, ближе, ближе. Прямо к сердцу чувствую. Ты будешь меня умолять, чтобы я держал тебя плотно к себе. Ой, а я возьму тебя в моих руках, сделаю так, чтобы это снова заставило тебя. We'll be right back.
Итак, друзья, с творчеством Кейн Робертса мы разобрались, а теперь пришло время для нашей «Угадайте». Вы готовы? Дал я вам песенку с альбома Battalions of Fear команды Blind Guardian, и никто не угадал ее. Что ж, ребят, такова судьба. Все наши суперпризы остаются в студии. А мы спешим порадовать вас новым заданием. И еще раз напомню, только правильные ответы направляйте по адресу нашей электронной почты. rockobstrel@yandex.ru. Победитель получит фирменную папаху, то бишь пилотку, саблю-размахайку, это деку от гитары, и набор VIP-прессы. Всякий там огонек, костер и прочие журналы, ну вы помните. А теперь затаили дыхание, внимание. По традиции нашей любимой программой, по вашим письмам. Писем сегодня, к сожалению, нет, а вот музыкальный подарок сделать надо. Итак, Наталья Сергеева из города Красноярска очень просит поставить для нас команду Pink Floyd. С удовольствием выполняем ее просьбу. Итак, Наташенька, для тебя будет звучать Pink Floyd. Поскольку у тебя нету особых пожеланий, какая песня, ну, буду ставить тогда на свое усмотрение. А слушать будем «Wish You Were Here» с моего любимого альбома и песни под этим же названием. Жаль, что тебя здесь больше нет. Ну что, сможешь ли ты отличить рай от ада, небеса от боли, поется в этой песне. Считаешь, что отличишь зеленое поле от остальной ограды, а улыбку от маски? Сможешь ли отличить? Неужто ты сможешь поменять героев на призраков, деревья на золу, а суховей на прохладный ветерок, комфорт на перемены? Или ты променял роль статиста в бою на главную роль в клетке? А как же сейчас хочется, чтобы ты была здесь? Мы, как две заблудшие души, плаваем, как те рыбы по аквариуму, из года в год ходим по той же земле. И что нашли? Только страхи. Ах, жаль, что тебя рядом нет. Вот такая вот песня. А я, заканчивая сегодняшнюю программу, хочу вам пожелать всего самого хорошего. Прощаюсь до будущей недели. Следующая программа у нас будет посвящена команде Grim Reaper. Счастливо вам, ребят. Пока. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain,
Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? You are here.